Выставка «Остановленное время» состоит из трех частей. В экспозиции картины Виталия Белоусова, на которых изображен Курск, застывший в дореволюционной эпохе. Также вниманию зрителей представлены фотографии Геннадия Бодрова и рисунки Игоря Пичикова. Но настоящим гвоздем программы стали работы, буквально выполненные из крепежных изделий. Гвоздь, каждый гвоздик вбитый, это секунда или мгновение остановленного времени. И когда создается какое-то такое полотно из этих секунд, вот получается картина того времени, которое остановилось. Братья-близнецы Андрей и Сергей Хлоповы работают в уникальном жанре. Изображения получаются фактурными за счет сочетания заполненных и пустых областей. На создание самой большой картины «Тигрица с тигрятами» умельцы потратили 115 тысяч металлических стержней и 5 месяцев работы. Весит произведение немало – от 5 до 47 килограммов. Кто-то рисует, что-то это все умеют. Да, там нитки с гвоздями тоже все умеют. А вот кто с гвоздями просто молоток убивать в фанеру, да, и дизайн, это мы еще не видели. Вот и решили сделать формат. Изящным дополнением к экспозиции стал гвоздь из дома, где жил Казимир Малевич. Увидеть необычные работы можно до конца ноября в галерее «Ая» на улице Кати Зеленко. Мария Колосова, Ирина Ситникова, Алексей Еременко. События дня.